Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такие цветы канзаши, которыми я украсила ободок. Оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать атласные ленты шириной 4 сантиметра и для листиков 3 сантиметра. Для листиков можно использовать любую другую ленту. И мне понадобятся отрезочки 4 на 4 для цветочков, тычинки. И мне для одного цветочка понадобится 5 лепестков. Для бутона также понадобятся тычинки и 3 лепестка. Листики, отрезки лент 3 на 4. Листиков вы делаете по желанию, больше или меньше. И отрезок 3 на 8. Мне понадобится для чашелистика. Из одного отрезка я буду делать 2 чашелистика. Ну что ж, приступим. Берем отрезок ленты 4 на 4. Складываем его вот таким образом. Я всегда подпаливаю уголок, чтобы лента не убежала. Складываю еще на 2 части. И свожу вместе. Выравниваю все ленты и закрепляю. Теперь низ подрезаю. И лепесток выворачиваю. Для одного цветочка 5 лепестков и 3 лепестка для бутона. Сделаем чашелистик. Отрезок ленты 3 на 8. Я сгибаю пополам и под углом перехватываю пинцетом, обрезаю, одновременно запаиваю. Получается вот такой чашелистик. В него мы потом вложим бутон. Листик самый обыкновенный, перегибаю пополам. Прогреваю серединочку, вырезаю форму листика. Обпаливаю и растягиваю. Делаю небольшую складочку. Листик готов. Соберем цветочек. Берем лепестки и наносим клей на краешек. Аккуратненько подклеиваем. Смотрим, чтобы клей не выходил на лицевую сторону. И теперь первый и последний лепесток также подклеиваем.
остается приклеить тычинки. Регулируем высоту тычинок и подклеиваем. И даем высохнуть. Теперь сделаем бутон. Берем 3 лепесточка и также склеиваем их вместе. Ставлю тычинки, чтобы они немного торчали. И теперь подклеиваю все 3 лепестка вместе. На последний лепесток клей немножко изнутри наношу. Даю клею закрепиться. И бутон почти готов. Осталось его приклеить вот таким образом. Собирать композицию я буду на отрезке ленты и подклею уголки, чтобы образовать острый угол. Вторую. Некоторые бутоны подклею вместе с листиками, бутончик пониже, подклею листики, и таким образом я все соберу на ленту. Это уже в произвольном, как вы решите. Я подклеила свою композицию и закрепила ее на ободке.
вы видите готовый результат. Надеюсь, вам моя работа понравилась и вы узнали что-то новое. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Пока-пока!